Передаю пламенный привет своим бустерам. Огромное спасибо за вашу поддержку. Бип-бип, человеки, нам с вами нужно очень многое обсудить. Короче, погнали. Как же меня задолбало замедление Ютуба. Конечно, эти ограничения легко обходятся с помощью специальных программ. Ставь лайк, если у тебя получилось нормально посмотреть ютубчик. К сожалению, далеко не все сумели это сделать. Это хорошо видно по упавшим просмотрам на моем канале. Не только я, но и многие мои коллеги жалуются на отток зрителей. Мне реально очень обидно из-за этого. Ведь недавно анонсировали долгожданное продолжение самого клевого мультфильма «Зверополис 2», который выйдет уже 26 ноября 2025 года. И я начал активно выпускать новые ролики, ну а часть моих подписчиков пропала. Как же долго мы ждали второй части. Прошло больше 8 лет. И вот теперь Ник и Джуди вновь ворвутся на большие экраны. Благодаря презентации мы узнали, что наши пушистые герои отправятся в район болот, чтобы найти змейку по имени Гарри. Но пока неизвестно, будет ли он положительным или отрицательным персонажем. Хотя, вполне очевидно, что этот скользкий тип сыграет важнейшую роль в сюжете. Интересно, какие еще нам покажут новые локации? Я бы хотел увидеть дом, в котором живет Ник Уайлд. По-любому у него должен быть шикарный особняк. Все-таки этот хитрый лис хорошо зашибал денежки со своим напарником Фиником. Джуди Хоббс тоже должна переехать в приличные апартаменты. Наверняка зарплаты полицейских должно хватать на более приличное жилье, чем то, в котором крольчиха жила в первой части. Ну и конечно же всех фанатов интересует главный вопрос, будут ли Ник и Джуди романтической парой. Я надеюсь, что они начнут встречаться хотя бы к концу мультика. А вы как думаете? Напишите об этом в комментарии. Короче, вы знаете, что я выпускаю чрезвычайно откровенные истории про наших пушистых героев, но YouTube на это очень сильно ругается. Это доходит даже до безумия. Я пытался завуалировать все клубничные сцены, используя метафоры. Я писал про рыжий рычаг и малые норки у Джуди, но это не помогало. Мне все равно, либо ставили взрослый рейтинг, либо удаляли ролики. Я знаю, что многие фанаты Зверополиса, а также мои подписчики ждут от меня новых пикантных видосиков. И я полностью решил эту проблему. Теперь я выпускаю свои ролики на Бусти. И меня уже ничего не сдерживает, потому что там нет никаких ограничений. Я без страха могу прописывать угарные пошлые шутки и даже самые жаркие постельные сцены с участием наших любимых пушистых героев. Я веду Бусти уже несколько месяцев, и за это время успел выпустить кучу шикарных роликов. Стоимость подписки я поставил самую минимальную. Она обойдется вам в чисто символическую сумму 6 рублей. Абсолютно каждый сможет себе ее позволить. Пожалуйста, перейдите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии, и тогда вы меня очень сильно поддержите. Мне очень-очень нужна ваша помощь. На моем Бусти есть еще один вид подписки за 13 рублей. Подписчики будут не только наслаждаться суперромантичными роликами, но и смогут предлагать варианты сюжета, а также своих любимых персонажей, которые обязательно попадут в новые истории. А еще я стану передавать своим подписчикам из Бусти огромные пламенные приветы в каждом ролике на Ютубе. Короче, ребятки, и это еще не все. Самый первый эпизод клевого и угарного видосика без цензуры про Ника и Джуди я выложил абсолютно бесплатно. Его вы можете найти в моем телеграм-канале. Ссылочка тоже находится в описании и закрепленном комментарии. Обязательно его посмотрите. Обещаю, что вы точно не пожалеете. Я очень-очень старался. До скорой встречи. Всем пока. Зверополис 2, горе не беда, Ник и Джуди, да, вместе навсегда. Зверополис, ждем мы фильма, мы второго, Зайка Лис, вместе будут по-любому. Зверополис 2, горе не беда, Ник и Джуди, да, вместе навсегда. Зверополис, ждем мы фильма, мы...